Ну что, ребята, всем здравствуйте, приветствую, мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. Да, давно вот не было, давненького не было. Ну, я в какой-то серии говорил, что это из-за того, что мы с вами проходили The Walking Dead, еще одну игру проходили, да, такую долгую, я вот сделал упор на это. Вот, поэтому чуть-чуть времени не было вот на это, ну, на те игры, которые мы давно проходили, не было чуть времени. Вот, но когда мы прошли с вами их, я стал записывать все те игры, которые давно уже начал проходить, чтобы их побыстрее пройти, потому что как бы такой на самом деле. Вот, поэтому, Саша, поудобнее надевать бледик, блин, обязательно приобрести эту кушать, пить кофе или пить авто, при этом просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. Я, кстати, не помню, на чем мы закончили, ну, типа, на чем остановились, но... А я помню, какая-то арена там мини была, и все, мы там остановились, вот что-то такое. Ну, ее прошли, и там что-то дальше прошли чуть-чуть, там с нами какая-то девушка разговаривала, и мы остановились на этом, вроде как, да. Вот, рядом просмотр. О, привет! О, бля. Подожди, а что по синсе? А, нормально. Сколько патронов? А чё у нас? Бля, ну это, кстати, беда. Ты в курсе, что это? Так, я давно в нее не играл, ребят, поэтому... Так, это вот это. Это бегать. Так, а что у нас по хпшкам? Две хпшечки у нас. Ну, я понял, ладно. Так, а что у нас по заданиям? Бля, я только сейчас запомнил, что... Только сейчас увидел, что я заставил запись. Короче, сейчас я перезаходил. В принципе, вспомнил, что как делать, да, здесь мы с вами остановились, собственно, да, вот, я просто не знаю, на каком моменте остановил, просто посмотрел, сейчас остановил, запись не дает, такой, блядь, сейчас два раза попытался пройти, ничего, не прошел, вот, поэтому ладно. Так, я сказал, когда заходил, говорил, что надо найти, начать-то уже до конца проходить, то глава 29, надо добрать уже эту игру, потому что, ну, почему бы нет, долго уже, ну, когда проходим, да. Я на другие проекты игровые отвлекаюсь, поэтому надо пройти побыстрее, собственно. Ну вот, глава 9, я говорил, что тут еще, ну, я где-то читал уже в последней серии как раз таки и говорил, да, которая была здесь, выходила на канале, я говорил, что, скорее всего, ну, что вроде как здесь, короче, 12 этих... 12 глав, как и в первой части. Ебать! Это будет долго. Тут 12 глав, короче, как в первой части, как я вроде помню, да, как я там, ну, читал. Могу ошибаться, может больше, может меньше. Блядь, давай, может, уже пройдем эту тему, нет? Блядь, давай прям вот... Вот сюда, нахуй. Раз. Два. Три. Сколько у них вообще, блядь? Еще 5, ну заебись, все. И вот сюда. Вот сюда две, так ебанем. Давай, погнали. Мразь. Смотри. На нахуй. Моменталочка прилетела, блядь. Как это такое, блядь? Видал? Продумал, все. Ой-о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 й. Бля, такая ты мразь. А можно мне хоть что-то, блядь, нормальное дать? Нет? Пиздец. Так, здесь мы перезарядили, давай здесь перезарядим, все. Все, ну вот с этим походим пока. Бля, ты дашь мне? Ух ты. Охуенно. Это ты, конечно, прям вау. Ну, я так и думал, что здесь такая хуйня будет, потому что, ну, бля, очевидно, знаете ли. Очевидная хуйня, на самом деле. Мы с вами экономим жестко, короче, здесь сейчас будем экономить, жестко прям. Поехали наверх, чем. А, это та, которой я испугался? В первый раз, когда я увидел ее. Пока ты не заставил меня усомниться в себе. Да иди в пизду, ёпта, кто тебя, блядь?
Такая ты тварь, нахуй! Иди нахуй! Нахуй иди! А я нажимал Е. Нахуяна, блядь. Вот это пиздата на самом деле. Ну это классно, на самом деле. Это реально. Ну, в натуре классно. В натуре четко, блядь. Ну, реально круто. Ну, круто сделали. Не, ну, красавчики, разработчики, молодцы, блядь. Охуенно, блядь. А мы сейчас с вами на. Мы сейчас с вами на последнем уровне сложности проходим, да? Даже? Да? Даже я посмотрю. Как посмотреть? Стройки. Сложность. Да, ну не, мы сами на последнем, почти на последнем, ну, конечно, на последнем возможном уровне сложности проходим, собственно, да, и тут такая, ну, хуйня творится сейчас, ну, как бы, ну, не клево, на самом деле, разработчики, можно было хотя бы, ну, как бы, чуть-чуть сейва добавить, нет? Ну, тех же этих, как они называются-то, блядь. Поехали, давай. Бамс нахуй. Там хуйня сейчас нахуй взорвется. И еще одна должна быть. О, смотри, ползу, смотри. Нам нахуй, блядь. Шо, как тебе, блядь? Нормально? Пойдет, я думаю. Бля, просто, ну вот можно хотя бы, ну, хотя бы магазинчик был здесь добавить тот, уже было бы хорошо, я продал бы вот эти темы, которые у меня есть, вот эти вот, блядь, вот эти, блядь, а это схемы, нет, вот эти, блядь, продал бы уже, рубиновые полупроводники, по десятке, наверное, они стоят, и все, и кайфовал, понимаешь, уже патроны были бы, блядь, и аптеки были бы, нет, бля, давай, вообще, блядь. Все равно же, блядь. Так, а здесь больше нет, хочешь сказать? Серьезно? Ну ладно, погнали еще. Не понял. Два года мы были вместе, Айзек. Это были лучшие годы в моей жизни. Я была счастлива. У меня было все, о чем я мечтала. Пока ты не заставил меня усомниться в себе. Дай мне что-нибудь. Охуенно. Давайте, мрази, я вас жду, блядь. Ну. Давай, ладно, одну потащу туда. Серьезно, блядь. А еще с них нихуя не попадало, да? Ты хочешь сказать? Бля, будет замечательно, а патрон вообще нету, блядь. Знаешь, смотри, как лутать такие, блядь, локации, не заходя. Ну что, какая-то мразь сейчас выскочит, я уверен. И здесь тоже что-нибудь выскочит. Нет. Так. Блять, беги. Бля, ты дурак. Смотри. Мне похуй, все, я в магазине, блядь. А, они могут мне сейчас точно. Я аж помню, да, все помню. Да иди нахуй, мразь, блядь. Слезь хоть сюда, блядь. Блядь, а нету? На нахуй, блядь. Блядь, только не говори, что с самого начала, блядь. С самого начала. Блядь, 7 минут мы одну локацию, ребят, проходим. Но я давно сюда не заходил, говорю. Давненько сюда не заходил вообще. Давайте сейчас это быстренько дойду и продолжим, ребят.
Ребят, я дошел до сюда, но у меня low HP. Причем я low HP вот оттуда, блядь. Серьезно. Я дошел до сюда, блядь, но я low HP, во-первых, во-вторых, как бы. Ребят, я просто low HP максимальный сейчас, и как бы, блять, ну, вы сами понимаете, да, к чему это может привести? Ну, к тому, что, ну, я буду заново перепроходить, а я не очень хочу заново перепроходить. А я не очень хочу заново перепроходить, на самом деле. Ну, желания у меня такого... жесткого нету. О, блядь, жестко, честно. Честно, жестко, скажу вам так. Ну, типа, из непривычки. В принципе, ничего. О, по аптеке. Уже хоть получше. Так, ну, прочитаем. Послушаем, точнее. Там. Вот так вот, ребята. Так, ну давай с тобой быстренько сейчас. Классический костюм, да, тогда контактные мины. О, узлы у меня еще есть. А в сейфе что-нибудь есть? А, ну хер. Конечно, мразь. Конечно, ну конечно, ну естественно. Так, давай, вот, да, продать. Да, также продать. 28 шагов по десяточке вообще. Классический костюм. Не, мне он не интересен, спасибо. Мне интересно, знаешь что? Для начала аптеки 100 проц. То есть две большие. Даже может... Давай три рискнем, ладно. Одну маленькую. Дальше раз, два, три, пять, шесть, две чисто. Ну, хоть на что-то хватает здесь больше, все. Так, и того, что у нас там с тобой? Три больших аптеки, две маленьких, 18 таких, два, ага, шесть таких, пять таких. Похуй, патроны найдем, ребят. Патроны мы с вами найдем 100%. Вот, как ни крути, мы с тобой 100% найдем патроны. Я уверен в этом, что мы найдем их. Да, прикольно, что он, видишь, сам поворачивает голову. Типа, прикольно. Прикольно, прикольненько сделано там. Так, давай все перезаряжаем сейчас. И, собственно, можем с тобой дальше идти. А сохраняшки здесь никакой нету, да, нигде? Ну, можем вот эта хуйня пойти, кстати, самое интересное. Ну, все хорошо, алло, блядь. Алло. Алло. Что, блядь? Ты кто, блядь? Шить за хуй был сейчас. Так, я понял. Попробуем в него эту хуйню стрельнуть для начала. На нахуй. Кто это такой вообще, блядь? Кричал, блядь, что-то еще на нас побежал. Вообще, ну все хорошо у тебя, мужик, блядь. Да все, блядь, в порядке, нахуй, или что, блядь, я не пойму, блядь. Кто ты такой вообще, блядь?
Ну, то есть нам не дают, а расслабиться вообще никак. Опа, это что? Это хуйня, а где, блядь, лут? А где лут мой? Ну то есть я просто так, да, на него еще все потратил, все патроны. И правильно, ну я правильно понимаю, да, что все просто так потратил? Да, получается просто так потратил патрончики и все. Опа. Смотри. Нормально. Поехали еще. Все, поебашили, да, вверх. Ох, бля. Да, да. Не ожидал я такого. Ну, естественно, тут сейчас будет мясорубка, ребят. Естественно. Прям тебе вангую. Да. Куда нам? Знаешь, так просто все выглядит. Ну, я так и думал. Ты что, блядь? О, бля, пизда. Ой, чу. А, я забыл, бля, я, ребят, я забыл про это, сорян. Так можно и здесь сделать, вообще проще намного. Бля, испугался. Ну это пиздец, игра просто не дает, знаешь, просто так взять, расслабиться, не, похуй. Не дает, прикинь. Говорит, типа, иди, блядь, давай, всегда в напряжении будет. Это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, когда ты на максимальном доступном уровне сложности играешь, это прям, ну, сложненько, блядь. А куда там стрелять-то нужно, блядь? Ладно, погнали, чё. Иди, блядь. Минус 2, блядь. Давай сейчас еще кто-то выскочит, блядь, и тогда все, блядь, ББ нахуй. Он тут, блядь, хуй длинный какой-то, блядь. О, 4 у нас с тобой узла уже, прикинь, 4 узла. Я не знаю, где верстак найти, просто верстака нет. Понимаешь, просто оно вот на легком уровне сложности, это изи проходится. На среднем тоже более-менее, ну, типа, ты просто, ну, на чили сидишь, да, пугаешь от скримеров, но на чили сидишь против противников. Тебе не нужно, блядь, экономить, там, прям жестко экономить аптеки, да, там, патроны. Ты, они не всегда у тебя в доступности будут, в любом случае. Они попадаются намного чаще, чем вот на максимально доступном уровне сложности. Поэтому, ребят, поэтому я говорю, что надо было хотя бы чуть-чуть хотя бы, ну, сейвы сделать, чуть-чуть хотя бы, что можно было хотя бы купить просто эти аптеки, блядь, и патроны, блядь. Потому что как с ними... И почему я решила лететь на Ишимуру? Что за хуйня? Я сказал, что я буду сожалеть, если упущу этот шанс. Сожалеть до конца жизни. Ты как будто хотел от меня избавиться. Это не мои, слышь? Хотел избавиться, иди нахуй, ёпта, заебал уже. Честное слово. А, ну я даже не удивлен, блядь. Просто все патрики в нее всадил, блядь. Блядь, золотой полупроводник, так. Спасибо, бля, хоть сюда. 4 патрона, бля, получилось. Давай с этим пока походим, будем экономить. Здесь, по-моему, можно было проще сделать. Поехали, чё. И когда ты получил мою последнюю запись, ты ведь не смог досмотреть ее до конца, правда? Ты ведь знал, что произошло, но все равно полетел искать меня. В глубине души ты знал, что найдешь лишь смерть. Бля! Ну это пизда, ребят. Я просто в ахуе с этой игры, на самом деле. Так, сколько у меня там патрон? 5, все, погнали.
Нет, тут, кстати, хорошая крылья. Она что в прошлой части, что в этой части очень хорошая. Это оружие. Я его называю снайпап. Охуенно. Ну так все это решается. Ты видал? Просто, блять, в углу посидел. Ну все, блять. И решил весь вопрос вообще на изях. Короче, она, видишь, я так понимаю, это его подсознание, бой, типа, ну, глюки его что-то ему говорят. Куда нам? А нам сюда. Ну, пошли сюда, ладно. Аккуратненько, аккуратненько, блять. А, ну все, здесь сохранение, здесь изи. Так. Охуенно, перезарядки нету. Нам нужно что, куда нам, блять? А, не знаю, кулу перенести, скорее всего. Давайте все залутаем сейчас. Походим, позалутаем сейчас все быстренько. Я уверен, что здесь ничего не будет, потому что здесь сохранялка, а возле сохранялки никогда ничего нету. Либо до нее, либо после. Никак по-другому. Это я тебе говорю с опытом прошлой части, да-да-да. Так, а как? А, вот, точно я помню. Иди ты нахуй, тварь ебаная. Бля, это маленький пи***ц, блядь. Иди вися. Я нажимаю Е, ребят, я нажимаю Е, он мне не считает почему-то. Я нажимаю Е, он мне не считает. Ебать, что это нахуй? Ну я, допустим. Бать, что у меня случилось, ребят? Бать, что это сейчас было вообще-то? Странная хуйня. Странная тема. Короче, я не знаю, ну, пока что мне просто непривычно, и все чуть-чуть. Бать, тут что происходит, блядь. Охуенно. Ну, давай, ладно, быстренько пройдем. Он был сохранится. Нет. Я не искал, тебе не похуй. Да серьезно, блядь. На нахуй. Все, надеюсь. Все, мы этим вопрос решили. Кого, блядь? Ты что тут делаешь? Нормально вообще, ну все хорошо у вас, разработчики, у вас все хорошо. Ну типа это, ну я считаю, это вообще не нормальная тема. Это вообще какой-то бред. Ну я считаю, это вообще бред полный. Типа, типа реально. Типа лол кек. Ну типа чел, ну лол. Ну типа кек чел. Да, просто полутаем быстренько. Там за этой хуйней должна быть какая-то тварь. Это мы помним с тобой, да? Поэтому если мы сейчас сохранимся, собственно, да, сохранимся и идем дальше, собственно. Так. Так, ну давай, давай свой верстачок используем. Конечно. Один мы сюда ставим, узел. Три потратим, один ставим, на всякий случай. Так. Давай X. Воздух, урон, бля, ой, я могу переназначить, слышь? Да, нет, давай урон,
который можем получать, я понимаю, да? Типа брони. Вот, это первое. Это что такое? Давай один сюда. Пустую просто вкачаем. Просто будем продвигаться. Вот тут вот. На что с тобой осталось? Перезарядка и объем, да? Давай перезарядку лучше вкачаем, да. Вот, собственно, как-то так. Блин, Никс. Я бы в здоровье еще выебанул. Было бы неплохо, ну ладно. Ну ладно. Один мы с тобой оставляем, потому что так нужно, собственно, да? Там, ну, если будет какая-то комнатка с этим, собственно, ну, ты понял, да? Ну, ты понял, думаю, я думаю, ты понял. Ну, ты понял, типа. Ну, типа, будет... Что, блядь, нет. Ты что, delete нажал? Охуенно, блядь. Короче, если будет какая-то комнатка, где нужно будет использовать узел, да, с лутом всяким дополнительным, мы используем, потому что, как бы, нам это надо. Че, ноль? Два патрона. Ну да, вот это поиспользуем пока что. Да, 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 тварь, давай, давай, давай. Подожди, здесь же здесь нарисовано, да, еще где? Вот эту хуйню надо сюда, что ли? Нет. Это вообще не нужно. А что мне еще тут нужно? Ну вот это мне явно нужно. Поехали, чё. Транспорт на месте. Встречаемся у платформы. Уже выходим. Строй, вставай. Уже пошли. А, блядь, отстань. Ну, пусть пройдет. Блять, здесь тоже мразь какая-нибудь выскочит, я уверен в этом. Подожди, а куда нам вообще? Нам наверх. Значит, наверх едем. Бля, больно, 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 больно. Пиздец, блядь, я в ахуе с игры. На самом деле, реально. Реально. Спросишь, правда? Я скажу, да. Скажешь, да? Я скажу, нет. Давай сохранимся, бля, в пизду. Честно. Ну, третий раз сохраняюсь, но лучше сохраниться, чем не сохраниться, знаешь что? В этой игре лучше сохраниться, чем не сохраниться. Как говорится, да. Куда нам вообще? Подожди. Она вообще вот сюда, блядь. Можно было просто уехать, нет? Нет, скорее всего, нельзя было, потому что, блядь, ну... Там уж.
Поехали, чё. Сейчас будет опять какая-нибудь арена здесь, да? И зачем ты искал меня, Айзек, если знал, что я мертва? Неужели надеялся на прощение? Уйди из моей головы. Ты не Николь! Кто же я, Айзек? Пиздец. Такое все, блядь. Такое все, на самом деле, такое все. Не, ребят, я вам хуй открою, вы знали? Ну, в курсе я вам хуй открою. Эй, все получилось. Он смотрит на меня, Айзек. Слушай мой голос. Спокойно, меня, спокойно! Айзек, нам надо убираться отсюда. Верно. Проваливай. Ну, сейчас что-то опять случится, да, как всегда. Или это финал, блядь? О, господи. Не может быть. Это же Ишимура. Ага. Бывшая гордость Сиси. Печальная история. Да, корабль. Говорят, все, кто были на борту, погибли. Какая-то атака террористов. Что? Атака террористов? Никакая это была не атака террористов. О чем это ты? Там все это и началось, Элли. Там было то же самое, что происходит здесь сейчас. И я видел все это. Я был там когда... Эй, что происходит? Я не знаю, что ты перекрыла пути. Сидите здесь, я проверю. Я проверю, блядь. Ну, ебанат. Ебанат. Не, мразь, давай ты сюда не будешь лезть, нахуй. Не нужно что тебе. Да, мы здесь сохранимся. И в следующей серии пойдем туда, собственно, почему бы нет. Спасибо за просмотр, такая серия была. Интересненько довольненько. Блин, давайте с вами пойдем в следующей серии туда. Вот, поэтому самое интересное будет, одно из самых интересных будет в следующей серии. Спасибо за просмотр, такая серия была. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Спасибо заранее, кто это делает. Спасибо огромное, кто это делает. Меня это очень сильно мотивирует, и я вижу вашу поддержку. И читаю комментарии, лайкаю, даже отвечаю с вами. Да, разговариваем, там можно побеседовать. Вот. Поэтому... Как так, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.